хватает по противнику, нормально сжигает его Гейт. Помощь, остался один на один уже против Гейда. Тут горит, пытается выйти, но пойти сгорает. Он сгорел! Ноги, что? Боже, а почему не пытался даже выйти? А помощь не понял это даже. Боженька, Электроник. В преддверии своей смерти Электроник успел отпустить коктейль Молотова, который идеально залетел под игрока, который устанавливал бомбу. Да, только что детектив Бумыч обрисовал мелом просто хладное тело своего последнего противника, который просто сгорел на работе на точке Б. Представляешь, Электроник убивает даже после смерти. Да, вот, да. Вот это заголовок для любой статьи. Понимаешь, единица в графе смерти появилась, и это обидно, конечно, для Элика. Ну да ладно, какая разница, у команды все получается, классное настроение. И вот он, Бумыч, выход. Но тут надо было, конечно, Гейду, да, кто он там? Сгорел, братан. Бумыч не понял, там он еще чекал дальние, там, да.